Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Вот уже два понедельника мы обсуждаем тему православия, духовной жизни и психологии. Нужна ли психология православным? Нужна ли она в духовной жизни? Можно ли обойтись без нее или нельзя? Если нельзя, то в каком виде она допустима? Это все то, что мы уже обсудили. И в прошлый раз мы попытались вывести в практическое поле эту тему, поговорив о детско-родительских отношениях. Понятно, что также мы поговорили об этом несколько обобщенно. Но вот сегодня тема конкретная. Буквально относительно недавно была новость в Телеграме о том, что некая мама, не будем называть, естественно, имен и фамилий, довела своего ребенка до суицида. И с пятого этажа 11-летний подросток выбросился из окна, оставив предсмертную записку, в которой просто унизительнейшим образом обзывал мать и обвинял ее во всех бедах своей жизни. Девочка выжила, но что теперь делать с матерью? Ей грозит срок в 15 лет за доведение человека до самоубийства. Поразбираемся с этой темой, темой подросткового ресурса. Почему вдруг 11-летние люди, маленькие люди, которым радоваться нужно жизни, вдруг начинают так остро и больно переживать тему смерти. Поговорим с сотрудниками проекта «Семейный очаг», с отцом Максимом Соколовым и Павлом Кореньковым. Здравствуйте, дорогие друзья. Я пример привел. Давайте мы его обсудим с той позиции, что... Когда я читаю эту новость, казалось бы, мое там воспитание, мое мировоззрение целиком и полностью встает на сторону девочки. Такая бедная 11-летняя девочка. С пятого этажа прыгнуть. Переступить через базовый инстинкт самосохранения. Да еще и выжить, переломав там себе все, порвав себе все, фактически... Человек сам обрек себя не просто на смерть и уничтожение, а обрек себя, скорее всего, на некоторое инвалидное существование, да, существование уже постоянно болезненное. Это возвращает нас к предыдущей передаче, предыдущей встрече, тема обиды и так далее. С одной стороны, встаю на ее сторону, но с другой стороны, как отец пяти детей, я прекрасно вижу и знаю, что такая драматизация может возникнуть на ровном месте. Мама отняла телефон, запретила что-то выкладывать в ТикТок, и сразу мама, например, это сейчас не про свою семью, а вот в целом проявление, что мама последний враг, что мама встает между мной и игрой, между мной и гаджетом. И то, что, в общем-то, статья называет «доведение до самоубийства» в семье, это, в общем-то, не является доведением до самоубийства. Наоборот, может быть, мама была всецело положительной, и она заботилась о психологическом здоровье ребенка. Вот, дорогие гости, скажите мне, пожалуйста, почему вообще вдруг эта тема перешла в детское пространство? Насколько действительно нужно... Мы сейчас не будем, может быть, говорить про группы смерти, которые откровенно манипулируют и доводят человека до принятия решений. Но что дети там ищут? Почему им это туда надо? И почему вообще в целом современный подросток, очень уставший от жизни, хотя ему как бы еще только все двери открыты? Угу. Давайте с отца Максима начнем, наверное. Здесь очень... Большой пласт, конечно. Постараюсь самые важные точки отметить. Первый подростковый возраст. Мы все там еще со времени советской психологии и педагогики знаем и помним, что подростковый возраст, переходный возраст, это такой вот возраст особый, сложный, трудный. И вообще удивительно, на самом деле, да, казалось бы, мы все этот возраст переживали и все помним, должны, по крайней мере, помнить, как нам было сложно, как действительно вот эта вот эмоциональность,
это гормональная неустойчивость, это повышение требований общества к нам, как это было трудно и сложно, как действительно, когда какие-то ну, мелкие проблемы казались нам огромными, неразрешимыми. Вроде бы мы все родом из детства и родом в том числе из пубертата, да, из подросткового возраста. И должны были бы это помнить, но удивительно, как быстро человек забывает вот этот свой опыт. Как он забывает, как ему казалось, что родители его не понимают, там, не слышат, не видят и так далее. Как ему казалось, что он вообще один в этом мире и больше нет никого. И вот, но, к сожалению, это реальность, да, то есть можно удивляться сколько угодно, всплескивать руками, говорить, что это ужасно, но это реальность, что мы, родители, очень часто забываем о том, какие мы сами были подростками. И, наверное, вот это вот первый момент – не забывать. Не забывать, помнить, что я тоже, и я сейчас несовершенный, но тогда вот в этом переходе я был еще более несовершенный, и, может быть, не требовать от подростков, особенно каких-то вот того, что мы не могли бы потребовать от себя в их возрасте. Угу. Это первый момент. Второй момент, и на это указывают многие психологи, которые работают особенно с этой темой, что сейчас, конечно, к сожалению, видимо, в силу развития вот, ну, виртуального пространства, да, определенного формы общения, люди перестали слушать друг друга. Угу. Даже вот в этих группах, про которые упомянули, вот есть неплохое исследование, которое делалось, по-моему, молодежным центром как-то по защите молодежи, или вот как-то вот в сети, да, Леонид Армер, вот, психолог, приводит эти данные. И многие другие психологи говорят, что в этих группах, куда приходят, казалось бы, люди с одними бедами, с одними расстройствами, они друг друга очень редко слышат. Mm-hmm. Единственный кто, почему такое влияние оказывают вот эти вот злодеи, которые подталкивают их, допустим, к самоубийству? Потому что это одни из немногих людей, которые задают вопросы, которые слышат, которые умеют выстраивать диалог. Современные подростки, к сожалению, диалог выстраивать не могут. И здесь тоже, наверное, отчасти коренится в том, что мы, взрослые, редко можем выстраивать с ними диалог. Ну, как бы сказать, ну, мы знаем, что подростки – это такой возраст, когда человеку кажется, что он старше своих паспортных лет, а всем окружающим, особенно родителям, кажется, что он намного младше этих лет. И вот этот вот зазор, то есть подростку кажется, что ему уже почти 20, а родители считают, что ему только 10 с небольшим. Вот. И вот в этом зазоре очень трудно построить диалог, потому что подросток хотел бы общаться, ну, условно говоря, на равных, понимая, что все бесполезно ему говорить, да ты там еще там не зарабатываешь, ты там ничего не делаешь. Он все это понимает головой, но эмоционально ему хочется общаться на равных. А родители и взрослые, старшие часто этого, к этому не готовы. Второе, то есть отсутствие вот этого взаимопонимания и неумение ни тех, ни других построить диалог равноправный. Ну и, наверное, конечно, все-таки, хотя сейчас с этим стало немножко попроще, но сейчас немножко в другую сторону ушло. То есть в советское время психопатология считалась постыдной, и мы забываем, что очень часто вот эти случаи, да, начинают спрашивать, куда смотрели родители, куда смотрела школа, куда смотрел там еще кто-то. А часто это, ну, просто действительно проявление некой психопатологии, пограничной или даже, так сказать, большой психиатрии, которую просто вовремя надо было заметить и оказать определенную помощь. Но вот в советское время было стыдно обращаться и считалось, что это вредно. А сейчас, как интересно, в подростковой среде я замечаю наоборот. Есть даже некая мода на психопатологичность. И это, как любая крайность, тоже вредно. Потому что сейчас подростки очень часто говорят, отведите меня к психологу, к психиатру. И это настолько часто уже стало таким вот, как бы, частью молодежной субкультуры, что некоторые родители просто отмахиваются от этого. Да, это ты напридумывал себе. То есть вот здесь вот тоже есть определенный конфликт поколений, интересов и так далее. Павел, а как вам кажется, почему вот современный подросток истощен? Почему вот обычно это уставший взрослый заявляет, что все, я не в ресурсе, у меня нет ресурса. А тут как бы... Потому что мы все, да, абсолютно согласен с отцом Максимом, мы все были подростками, все мы родом из детства, но у нас
ресурс никуда не девался. Мы понимали, что вот эта среда нас, ну, там, среда семьи не понимает, не, нам как бы не отвечает, и мы шли кто куда. Это вот, вот. Сергей, можно я вас перебью сейчас? Да. Это, вот, знаете, вот сейчас такая есть шутка. Скажи что-нибудь на 40-летнем. И вот начинаешь, а вот на у нас... На 40-летнем? Да-да-да. И вот когда начинают говорить там, а вот у нас-то было так, а мы были такие, это вот, ну, про... Это как раз про то, что вот, ну, когда тебе 40 лет... Я понял. Да. Вот, ну, не, ну, есть очень много... Ну, мысли о суициде, согласитесь, но не было у нас. Нет, в таком... смотрите, ну, очевидно, что раз мы сидим здесь, их не было, да, ну, или, может, и были, не довели до конца. Это было всегда, вот, это было всегда, и подростковые, и детские суициды, они случались всегда. Просто сейчас у нас очень информационно открыто все, и это очень, вот, даже мне бы очень, когда, вот, когда вы стали говорить там про этот случай, я тоже про него читал, мне бы очень, ну, как будто, что бы это не выглядело каким-то таким вот топтанием на костях, да, там вот. Ну, конечно, это да. Очень вот такая штука, что понятно, что здесь как это маме сейчас, да, как это же, это большая беда, это большое сожаление, и вот это, для меня это про то, вот на предыдущей встрече говорили, что когда приходит человек на, ну, на прием, да, всегда за ним стоит еще там мама, там папа, то есть это про то, что вот там, и у той мамы, очевидно, было, ну, какое-то там очень травмирующее детство, да, что она вот такая вот выросла, да, вот так стала себя вести. Я не знаю как, но, очевидно, раз это произошло, что там это не про здоровые отношения, что это про, очевидно, про... Ну, ладно, давайте сейчас, что правда, это не было каким-то этим. Про ресурсы подростков, они есть, почему? Вот как мне всегда вот, ну, немного смущает, когда вот мы говорим про всех подростков. Я вот знаю очень много подростков, которые такие, что они огонь. То есть вот с ними там Томсон провел, и ты зарядился там на неделю. И они, их полно, и таких много. Я вот прям как-то категорически не согласен с тем, что вот там нет ресурсов, они стали, да, стали больше говорить про то, что вот с ним происходит, да. Какой вот, что вот сейчас многие там водят подростки, говорят, отвезите меня к психологу. Ну да, а вот моя бабушка говорила, да ладно, таблетки, это все врачи-вредители придумали, я таблетки пить никогда не буду. И это тоже, ну... Мне кажется, ну, такое отношение к медицине официально, оно появилось вот, ну, относительно недавно, доверие какое-то. Да, и то есть, правильно я понимаю, проблема надуманная? Во многом. Угу. Во многом. Про то, что вот в любом поколении, да, в любых поколениях были трудности, да, там, отцов и детей, они всегда были, да. И про то, что всегда нужно искать точки прикосновения, всегда так будет и дальше. Какая-то вот прям не ухудшилась, как-то прям катастрофическая ситуация. Она ухудшилась для 40-летних, возможно, да, потому что достигли этого рубежа, и их перестали слышать, ну, ну, потому что просто они говорят на 40-летнем чаще, чем там вот, ну, на универсальном языке. Вот. Мне кажется, это больше про эту ситуацию. Если смотреть по статистике, в целом количество суицидов снижается последние годы, как ни странно. Сейчас немножечко эта тенденция, конечно, затормозилась в связи с вот, пандемией, самоизоляцией и так далее. Ну, в смысле, опять есть больше поводов людям находиться в стрессе. Но в целом, да, сказать, что вот тогда было хорошо, а сейчас нет. То есть, ну, по крайней мере, по сравнению с 90-ми, угу, есть прогресс. Подростковый? Хотя, нет, подростковый нет. Подростковый, мы сейчас про подростковый вот, говорим. Ну, я, ну, значит, в данный момент, в данном историческом периоде, ну, как бы, если вот анализировать и думать, наверное, значит, это группа, которая, ну, наименее защищена, и в данном историческом периоде, может быть, сейчас это поколение, сейчас кто подростки, это поколение как раз начала 2000-х, да, середины 2000-х, там, конца 2000-х, там, 10-й. Вот эти подростки, значит, это как раз достаточно опасная группа. С чем еще? Кстати, вот тоже мне понравилось, я не так давно всякие материалы читал по этому поводу, по поводу подростков, подростковой психологии, и было обращено внимание, что сейчас, к сожалению, опять-таки, вот и в силу вот этих самоизоляций и дистантного обучения за последние годы, которые... Ну и вообще в целом развитие общества приводит к тому, что подростки не проходят очень важный период такой некой инициации, выхода из детской жизни во взрослую жизнь. Ну понятно, там архаичные племена, да, это сходить там убить первого леопарда или кабана или еще что-то. То есть некая деятельность, связанная с риском для жизни,
Да, она там максимально снижается, этот риск, потому что всегда рядом там какие-то опытные охотники, которые тебе помогают. Или, допустим, там в более развитых государствах в Средневековье это пойти там опоясанным мечом на первую какую-то битву свою, на первую охоту также. Вот. А в советское время, ну, помните тоже все эти опасные игры, прыжки с гаражей, и другие, может быть, там, карбид и прочие опасные игры, которые тоже были, казалось бы, для чего? Но в психологической структуре личности это некая игра, которая позволяет человеку понять свои границы и понять свою ответственность. А сейчас при вот таком вот менее подвижном образе жизни, когда последние годы, к сожалению, туристические кружки очень трудно вести, то есть вывести куда-то детей, особенно если не своих, вывести куда-то в поход, в паломничество и так далее, это кипа бумаг всяких разных и разрешений, какие-то вот активные виды спорта, они развиваются, но менее массовые стали, то есть пропал вот этот вот момент, и да, активные виды спорта отдают ребенка там на самбо, например, но если растянул он руку, то могут подать на тренера в суд из-за того, что, то есть казалось, с одной стороны, ведут в то место, где надо как раз пройти вот эти вот искусы, инициации взрослого возраста, а с другой стороны, стало очень охранительным режим. И вот из-за этого тоже считается сейчас подростковый интерес подростков к этим запретным темам, он повышается. Вывод какой? И на общегосударственном уровне, и на личном, индивидуальном, семейном уровне отдавайте подростков в какие-то кружки, секции, занимайтесь с ними сами, ходите там, где не всегда будет безопасно. Угу. Человек должен пройти этот период, должен пройти этот период инициации, и тогда он, ему будет легче стать взрослым, понять свое место во взрослой жизни. Ну вот еще тогда вопрос такой. Хорошо, мы, значит, определили, что тема несколько надуманно раздута, преувеличена именно тем, что вот, информационно раздувается, да. Что, ну... Тут вот хотелось быть правильно услышан. Понятно, у нас сейчас действительно непростое время. Оно объективно непростое время. То есть это проблема не только подростков, вообще всего мира. И с пандемией связанной, и не только с ней. То есть объективно сейчас очень тяжело. То есть уровень там, напряжения там, в каком-то информационном пузыре, в котором находится, он высокий. И это, конечно, выстреливает и таким образом тоже. Что это не проблема только подростков. Это вообще там, такая очень глобальная проблема вот этого высокого напряжения. Как, ну хорошо, тогда вот хорошо, что этот комментарий прозвучал. Я, значит, два вопроса задам. У нас высокая степень нервозности в обществе. Родители очень тревожные. И вот они сейчас слушают эту ситуацию и так начинают. О, про моего. Все, у него суицидальные наклонности наверняка, где-то он там какую-нибудь там тетрадь смерти смотрит, аниме, вот, или еще что-то. Вот все-таки давайте поможем нашим телезрителям отличить, что не всякий... Как успокоить? Как эту тревожность сейчас несколько разбавить и сказать, обратить внимание на какие 100% признаки нужно, что вот ребенок, скажем, в... Ну, такой кризис. Группа риска. В группе риска. На какие моменты? И второй вопрос. Вот если ситуация, в которой мы живем, очень напряженная, действительно там градус зашкаливает, какие способы снятия этого напряжения могут быть? Ну, опять же, психологические рекомендации какие? Ну, давайте с первого. То есть вот на что родителям нужно обращать внимание при общении с детьми? Если это психопатология... Если психопатология, то резкие изменения в состоянии, в поведении, в характере ребенка. Как обращать внимание? То есть, естественно, мы опять говорим, подростковый возраст – это в любом случае изменения, и изменения достаточно серьезные. Но там подростковый возраст чем характеризуется? Тем, что вот эта вот буря, и гормональная буря, да, эмоциональная, связанная с ней. Понятно, что ребенок меняется, он становится более, так сказать, нервным, более ранимым, более с претензией часто, а может быть наоборот, замкнутым. Но в норме это вот такое очень динамичное состояние.
состояния. Если же мы видим долгие очень какие-то состояния, там, подавленности, неразговорчивости, или монотематические какие-то вот разговоры о том, что там, о том, как плохо там, или наоборот, что вот мечта вот какая-то отдаленная, которую ребенок не формулирует, это повод задать вопрос. Чаще всего, скорее всего, ребенок скажет, подросток скажет, ладно, все нормально. Но сам даже вопрос, что, слушай, вот мне кажется, что с тобой происходит что-то не то, мне кажется, что ты больше грустить стал. Если это не глубокая патология, сам вопрос, само внимание того, не обвинение, чего ты такой грустный ходишь, а внимание, почему да, ты такой грустный, что происходит, да, что... Кто-то вот мы редко стали с тобой общаться или куда-то ходить. Даже если ребенок, так скажем, вот эту вашу руку помощи или вот ваш вопрос, кажется, отвергнет, но вы и раз за разом все-таки будете проявлять это внимание, у него останется вот это вот ощущение «я не безразличен». Угу. Мои чувства важны, я важен. Вот это вот первый момент, на который стоит обратить внимание и сразу что с ним стоит делать. Ну, может быть, да, чтобы не быть слишком многоречивым, Павел добавит. Я добавлю, да, но я добавлю, знаете, вот как, мне очень вот хочется быть услышанным, что вот я работаю с зависимыми много, и есть такая статистика, что вот последним употребление ребенка-подростка наркотик узнают его родители. То есть он может уже вот там до полугода, до года быть, ну, как систематически брать наркотики, но родители не будут это замечать. Не потому, что они не знают каких-то признаков, потому что увидеть это и признать очень страшно. И наша голова будет делать все, чтобы мы как бы этого там не видели. Ну, там вот у него глаза красные, это он там в бассейн купался, вот он там деньги у нас пропали. Да, ну это, наверное, там я приложил. То есть это вот тут не надо питать иллюзии, что вот есть какой-то один там повод, я его вижу. То есть если у ребенка, ну, там есть какая-то патология, да, а мы, ну, как бы про это не знаем, то это вопрос, ну, нет ли у нас патологии, да. Угу. Потому что это невозможно не заметить. Это заметно всегда, если у меня есть, как бы, там силы это почувствовать. И ответ, нет универсального ответа. Ну, как это заметить? Это невозможно не заметить, если у меня есть контакт с ребенком своим. Если я с ним, понятно, все понятно, подростковый возраст очень сложный, бурный, эмоционально ранимый, провокаций очень много, да, но и тем не менее, вот я как взрослый обязан быть вот на той дистанции, чтобы там как-то, ну, поддержать его, да, понимать, что вот эти провокации, это там не мне назло, да, это вот такая вот, ну, тут большой очень пласт, который так он лежит на поверхности. Что который это... как бы как вызов твоей отцовской или родительской, да, мудрости. Совершенно, да? Верно, да, моей взрослости какой-то, да, вот там, и родительской тоже. Поэтому здесь вот думать, что вот есть какие-то такие признаки, которые вот мы сейчас их там посмотрим, что глаза широкие, да, и узнаем, что он, ну, это так не работает. И с суицидами это еще как бы глубже и сложнее, что это, если там я не понимаю, что вот мой ребенок хрупок и раним, да, и не просто не принимаю там его за это ругаю, ну, конечно, на каком-то этапе у него не останется другого выбора, кроме как вот там переступить этот инстинкт самосохранения, да, и сделать такой шаг. Поэтому этот вопрос, он очень глубокий, и вот такого как вот легкого ответа на него нету, что это не вина аниме там ни в коем случае, или какого-то там еще там явления или события, или человека. Это вопрос к очень большим, ну, трудностям в отношениях в семье. Всегда. Ну, вот вопрос, кстати, к вопросу об, там, или об аниме, или в целом о жизни в виртуальном пространстве, в телефоне и в компьютере. Понятно, что кажется, первым делом это надо ограничить, запретить и, так сказать, не дать. Но мы понимаем, ну, я думаю, что даже не психологи понимают, что так вопрос не решается. Не решается запретом практически никогда. И гораздо более мудрым в этом случае, в виде там, что, допустим, ребенок смотрит какой-то мультик, который нам кажется там, наполнен агрессией или самоагрессией, да, или какими-то неправильными вещами, может быть, гораздо более мудрым будет подсесть или там спросить, а что за мультфильм, посмотреть, или там фильм какой-то, да, посмотреть и попытаться потом обсудить. Mm-hmm. Обсудить, что интересно ребенку в этом. Вот. Если есть определенный уровень доверительных отношений, то подросток будет готов это обсуждать. Ему хочется это обсудить. Хорошо, можно сразу так перебью? Это немножко нас вернет к предыдущему разговору, к прошлой передаче. Вот я, допустим, сделал все, какие возможны, только педагогические воспитательные ошибки. У меня нету уровня доверительных отношений, например, с моим ребенком. И вдруг я вижу, что ребенок, ну, что-то смотрит. Или вот как
один из признаков и назвали, что он зависает. Вот, он все время ходит утомленный, грустный, мрачный. Он начинает надевать все черное, он рисует какие-то черные рисунки. Ну, в общем, мне подсказывает, что что-то происходит. Уровня доверительных отношений нет. Вот, ну, как мне, условно говоря, к нему подсесть и с чего начать такой разговор? Мы же вот пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот он грянул, и как вот помочь не войти в петлю? Ну... Конечно, если уже так все запущено и сложно. Все-таки здесь, ну, по крайней мере, вот и в области психологии, и в области даже медицины просто, как бы, если человек приходит к нам с раной, с некой, да, телесной или с душевной, также в области духопопечения, все-таки духовного попечения, кормления, как правило, первым делом ни один специалист не лезет прямо в рану. Вот, то есть, вот так вот на уровне не очень хороших отношений сразу подойти и сказать, вот, а вот я вижу, ты там мрачный такой, давай об этом поговорим. Как правило, ну, это все равно лучше, если родитель проявит хоть такую заботу, но, как правило, ребенок не откроется. А как обычно, да, то есть, вот врач, например, осматривает больное место, он там с периферии начинает смотреть, щупать, потихонечку приближаясь к самому месту. Вот, по сути, и в психологии, и в психологии родителя подход тот же самый. Поговорить вначале о том, что важно, да, не то, что как говорят, поговорить о погоде. Нет, не о погоде. О том, что важно, но, может быть, не касается напрямую самой раны. Один разговор, другой разговор. Если ребенок увидит, если подросток увидит, вот видите, даже я, у меня вот это вот есть некий механизм, что я называю подростка ребенка, хотя он уже не ребенок. В общем, если подросток, этот уже почти взрослый человек увидит, что вы готовы с ним какие-то сложные темы обсуждать, то, может быть, он начнет обсуждать и самую сложную для него тему. Или, по крайней мере, косвенно как-то вот какие-то ответы получит. Вот, ну, такая рекомендация. Вот для меня опять это вот, ну, нету какой-то рекомендации. Я вот если вот эту ситуацию рассматривать, если я, ну, в отношении с своим ребенком все сделал неправильно, как у Утапа, я такой вопрос, ну, скорее всего, я и с чего бы я стал делать правильно, если каких-то изменений со мной не произошло. Надо, ну, если просто надо разговаривать на равных. Нету другого какого-то ответа. Вот. Но для того, чтобы разговаривать на равных, у меня должно быть внутри как-то относительно стабильно. Потому что если у меня у самого там полно тревог, страхов, то любая там, не знаю, надпись черным фломастером у ребенка, конечно, она уровень тревожности моей поднимет. А когда мы находимся, когда уровень тревоги очень высокий, мы вряд ли, ну, мы не способны совершать адекватное действие. Мы скорее начнем контролировать, запрещать. Я могу ребенку сказать, слушай, я так тревожусь? Да. Или, то есть, не делает ли это ребенка взрослым? Ну, то есть, как бы такой перенос, что я становлюсь маленьким, нуждающимся в твоей заботе, чтобы ты разрешил мою психологическую дилемму. Вот я за тебя тревожусь, я очень напряжен, я там не в ресурсе, я устал. Вот нужно ли это сообщать ребенку? Здесь важно говорить про свои чувства. Ну, не делая там ребенка, ну, ответственным за эти чувства, да, То есть разговор на равных, разговор, когда слышат, тогда, когда мы говорим про свои чувства, когда у нас есть возможность сказать про свои чувства и не быть при этом там высмеянным, обесцененным, ну, получить какую-то реакцию. То есть вот только на этом уровне вообще, ну, возможен доверительный диалог. Ох, да. По большому счету, кстати, ага. Да, чтобы все-таки возвратиться к основной теме нашей передачи, по большому счету, выстраивание отношений с Богом, наверное, оно тоже очень во многом, ну, здорово, когда происходит вот на этом уровне. Когда я не требую от Бога, помоги мне, реши все мои проблемы. Когда я не говорю, иногда наоборот, с родительской позиции, так вот, я вот знаю, как все делал, Господи, почему же, наконец, ты там не накажешь этих врагов. А когда мы, как взрослые люди, обращаемся к Богу и говорим, Господи, я вот понимаю, что вот это и это не совсем так в моей жизни. Я бы хотел, чтобы было другое. Я бы хотел, чтобы я был в радости с тобой. И Господь, который сказал, я уже не называю вас рабами, я вас назвал своими друзьями. И Господь в этой ситуации, он на все молитвы отвечает, конечно. Но, наверное, проще получить ответ именно вот в этой позиции. Спасибо, дорогие друзья. К сожалению, сегодня мы тоже заканчиваем. Я думаю, что, ну, главные вопросы нам удалось обсудить. Множество вопросов осталось еще за скобками. Не дай Господь, чтобы кто-то из вас пережил то, что мы сегодня обсуждали.
чтобы вдруг вы поняли, что ваш ребенок находится в пограничном некотором состоянии. Однако, если вдруг все-таки что-то такое случится, или хотя бы убедиться в том, что все нормально, вот, вновь адресуем вас к семейному очагу, социальный проект Самарской епархии. Телефон вы видите сейчас на бегущей строке. Звоните, не стесняйтесь, обращайтесь. Вас благодарю за участие. Храни всех вас Господь. До скорых встреч. До свидания. Благодарим. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.